Черный шрам, ток-шоу «Пусть подхерят», и я ее ведущий Гремлис Гоблин. В этой студии мы обсуждаем невыдуманные истории, о которых невозможно молчать. Сегодняшняя программа должна расставить все точки. Мне вот досталась запись одна. После Альтеррака. Спасибо офицеру Тиранид. Так вот, весь бой в 3 минутах, а лица Тиранид. Там наводчик бесполезен, если честно. Не, наводчик здесь должен выполнять координацию в бою. Не навод, как нам на каких-нибудь РБГ. А просто за ним, то есть, координировать рейд, то есть, куда, в какую сторону бежать. То есть, я скажу въехать со всеми КД влево, вы въедете влево. Ну, внимание, все ДКшники, все ДКшники, сделайте хватку кровожада. Адлер, погоди, еще не все перешли. Кто будет рапсить, внимание? Эксен, ты уже, да, окей. Дурачок, блять. Все уедете, конечно, у нас гриф, заливаем. К флагу отходим, ребята, бейкаем, просто бэкпедалим. И по пути заливайте. Стоим возле забора этого, ждем АУЕ здесь, возле заборчика этого. АУЕ просто блядь, забор не здесь стоит ДФ, у меня АУЕ что-то. Андрот, нам помощь нужна слегка. Сай сценария, едем забирать УКа. Вот он, блядь, он здесь до сих пор. Ребят, вот ваше преследование сейчас ничего не дает. Нужно те, кто отстал, фокусить именно, а не АУЕшек. Проход АУЕ, полейте. Не будет вас, ничего не сделают. Как они южный порт вас полили, ребят? Я же говорю, 10 человек. Все, не худи мне, давайте, проходим вперед. Ребята, сейфти, 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 экселент, я сейчас умру. Поехали, грудник дефы. Ну, а ЛК помощь надо? Нежданно сейчас здесь. Мы их заберем, я думаю, сладать. Все, справились на базе? Все, убили нас всех. Хорошо. Сейчас, не зауешь, мы лишь на кладочку. Нужен регрупп, нужен регрупп. Регис, помоги, блин! Да я бегу, я же далеко еще. Вы наши долбанные роги, которых шляются не пойми где. Все, я здесь. А чего вы не убили-то? Ой, господи, вы не убили здесь босса. Вернулись, злюки с мозгарь. Краб, ну, возвращайтесь сюда. Это пиздец. Один долбанный рога на троих, Катя, что за херня? Это не один рога! Это не один рога! Чипшот на меня, мне, ребята! Ну что, рычаги, пиздец, как вас поубивали так. Давайте в пятером придем и разложим там все за уешником. Все за уешником. Все, Лузган, отходи, Лузган, отходи. Лузган, Катя, давайте, помогайте им. Да ну не надо всем тут отходить. Ребята, опять куткаем подарили. Это не один рога! По мне опыт, закройте. Минус я просто сразу. Забейте, ребят. Это... Куда мозгар ушел? Зачем вы его к себе в замес, если вы просто стоите? Мы пойдем сейчас, потому что... Сколько там у вас людей? Первым не может 2 рог убить. Каких 2 рог? Там уже 4 инвизера, которые минусуют по одному. Это не один рога! Абсолютно все. Сели все на маунтов. Так проебем, если будем, блядь. Ребята, а что нам по 5 пати не взять и не вынести рудники? Да не получается по 5, по 5, по 6, мы теряем Саня, подкрепление. Саня, дай в КСК, Саня, дай в КСК. Поднялись, ребята. Камушки едим. Надо пинг. Хилы, ДД, все поднялись. На пинг быстрее, наверх. Вжали здесь фуль, дали налево, дали стоим, налево. Бьем. Залетели на холм, мозгрип дали, упали, все они. На мост АОЕ, лейте и контроли. Шары только убьем, всякие. Они больше снесли 15%. Все, окей. О, фу, блин, блядь, ёбаный в рот. Ага, может всех еще до тиранов получить? Ну, кстати, да. User disconnected from your channel. Фу, блядь. Прожимаем мы хорошо, по тактике мы проигрываем. По тактике, да, мы проигрываем. Насчет тактики, мы, по большому счету, мы не тренировались. Мы особо и не готовились. Мы вышли, собрались, вышли, ауешнули, все. Это наша тактика. Ауешнули, все. Это наша тактика. Это наша тактика. Блять, у меня руки дрожат. Но в любом случае, ребят, пожалуйста, небольшая просьба, особо в них не плюйте, гошников. Они довольно хорошо, они очень хорошо по тактике играли. Мы могли проиграть. Да, не надо. Пытались. Выиграло 10 человек просто с Нежданом и вот это вот. Да уж, роги, конечно, у них, да. Пожалуйста, ребят, пожалуйста, на форуме. Не надо врываться, не надо плевать в них, позорить. Если вы, чем больше вы их унижаете, тем хуже, тем слабее наша победа. Да мы тупо. Нам она и не нужна, больше. Мы льем алоэ. У нас одна тактика, алоэ и хил. Да, спасибо им за бой, на самом деле, она сильнейшая гильдия, которая могла нам противостоять в таком формате. Полную версию записи, возможно, выложу на сайте. Сайт в описании к видео.